Добрый вечер. Очень приятно всех здесь видеть. Желаю всем приятного вечера. Это Алексей Наджаров, и я Григорий Сандомирский, и чуть позже к нам присоединится Маша Лагафет, она сидит там чуть-чуть справа. Вот, главное, что касается этого концерта, что концерт по системе «плати сколько хочешь». То есть можно вот сколько хочешь, столько и заплатить. Там, я так понимаю, где-то есть некий кейс, который это все кладется при входе. Вот, так что, и будет желание, то пожалуйста.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
It's my pleasure. You can enjoy it. My name is Vasquez. Я Григорий Семенович. Thank you.
Алексей Нанчаров, Мария Газета, Григорий Сандамич. Спасибо. Я еще хотел сказать про то, что у нас тут эта система «плати сколько хочешь». Кроме всего прочего, у меня есть тут несколько дисков с нашим, с Машей участием. Это вот ансамбль «Goat's Notes», который... А, кстати, объявление. Тут несколько объявлений, несколько интересно. С 8 по 10 июня, августа в Москве будет проходить фестиваль лейбла «Leo Records», который записывает всякие российские... Раньше советский издавал «Авангард», ну, если так можно сказать, «Авангард». Вот, теперь российские музыкантами занимаются, где в том числе издавали... Раньше начали они с того, что издавали трио Ганелли, сейчас у них там очень большой каталог, и там вот выпустился наш ансамбль «Goat's Notes». Мы будем принимать участие, будет 8 числа в клубе, в кафе «Эссе», это на Новокузнецкой, там будет такой большой сборный первый концерт, где будет очень много разных участников с «Leo Records», гостей, там все по чуть-чуть будут играть. Начало там 7, там, по-моему, пресс-конференция самого Лео Фейгина, 8 концерт, потом это 8-го. А 9 числа в мастерской будет 3 коллектива, я точно не помню, какие названия, один из них будет «Goat's Notes», это мастерская, клуб, в 9 часов вечера. Вот, потом будут концерты 10-11, я про них точно не знаю, где они, кто там будет. То есть там кто-то будет тоже из участников фестиваля. Но это можно найти в интернете, посмотреть, если фестиваль «Leo Records», там будет все расписание. Вот, и еще 14 августа будет здесь, в клубе «Козлова», большой концерт «Goat's Notes» с гостями и со всем прочим, с такой масштабной сольной. Тоже приходите, будет интересно. Вот, спасибо, если... Вот, спасибо.